Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Сегодня я покажу, как я сделала букет из конфет с пионами на день рождения моей мамочки. Для начала нам понадобится пенопластовая заготовка, обклеенная гофробумагой, и фунтики. Как их сделать, я оставлю ссылку на мастер-класс, где я подробно рассказываю и показываю. И втыкаю фунтики из органзы сбоку по кругу в пенопластовую заготовку. Еще для этого букета я сделала 15 пиончиков с конфетой внутри и 8 хризантем. Ссылки также оставлю в описании к видео, как сделать такие цветы. Пионы я сделала все разного размера, везде разное количество лепестков. От 6 до 21 лепестка брала на один цветок. И сейчас устанавливаем все цветы, втыкая в пенопластовую заготовку. А чтобы не было видно промежутков между цветами, втыкаем фунтики. Такой супер быстрый МК у меня получился, так как собираю букет не дома, а в гостях и снимаю на телефон. Но очень надеюсь, что все понятно, особенно тем, кто постоянно смотрит мои мастер-классы. Еще для этого букета я сплела корзину-горшок из бумажной лозы. Ссылку на мастер-класс, как сплести такую корзину, я тоже оставлю в описании к видео. Но, в принципе, подойдет и любая шляпная коробка, которую можно купить уже готовую. Когда крышка из цветов у нас готова, одеваем ее на корзину. И получается вот такой букет, вовнутрь которого можно положить подарок, так как эта цветочная шапка легко снимается и одевается сверху. Я корзину наполнила потом самыми вкусными конфетками, которые очень любит моя мамочка, и орехами. Очень частый вопрос, как достать конфету из бутона, ну, например, пиончиков вот этих. Цветок очень-очень прочный. Отодвигаем все лепесточки. Вот здесь вот у нас сердцевинка, которую мы клеили. И нажимаем под корешок сердцевинки. Конфетка у нас вот так достается, мы ее кушаем, а сам цветочек поправляем. И он у нас вот такой остается красивый. То есть букетик совершенно не портится и будет радовать свою обладательницу еще очень-очень долго. На этом все. Всем пока-пока и до новых встреч!